Что бы еще хотелось добавить к этому, к моему рассказу сегодняшнему? Ну, это, наверное, еще то, что вот этот внутренний мир, который, так сказать, эти сокровищницы, да, которые вы вкладываете в внутреннего человека. Вот. Те же там, та же хорошая музыка, да, хорошие фильмы, посещая такие красивые места. Вот. То и вот вы доброе положите, да, вот сокровище сердца, и доброе сможете оттуда, так сказать, взять. Вот. Поэтому, чтобы получились такие достойное внимание, да, и красивое, которое радует и глаз, да, и сердце, и душу работы. Но нужно не упускать из виду то, что это вы выражаетесь в этих работах, и то, что у вас внутри, да, вот тот внутренний, да, мир, вот, внутренняя красота, вот она и будет и отражаться и на ваших работах. Поэтому тоже очень важно, чтобы и красота была внутри вас. То есть наполняйтесь этой красотой, и тогда и ваши работы будут тоже яркие же такие, да, жизнерадостные. То есть будете работать с такими цветами. Помните, я еще там говорил, что нужно, ну, брать во внимание какие-то образы, да, когда что-то делаю. Ну, в частности, вот когда название, да, не всегда, конечно, название у меня в процессе работы созревает, но стараюсь уже под конец работы то четко отлить, да, как это, чтобы оно было, название, так сказать, соответствовало тому, что мы делаем. Вот, или тем местам, да, там, такое, какому-то историческому фону, да, много названий, это именно библейские. В Библии были такие в свое время города, тоже жили люди, да, тоже восхищались, да, и закатом, и восходом солнца, да, всем этим творением, которое нас окружает, той красоте и разданности мира. Поэтому, ребята, как я говорил, не откажитесь, я буду вас сюда наполнять этим, этой красотой, да, и тогда эта красота, так сказать, вы сможете эту красоту делиться с другим. Такой, если так, в двух словах, да, секрет мастерства, это, ну, и это мое мнение, да, что я так вижу, что очень много зависит от вашего внутреннего мира, от вашего, так сказать, душевного спокойствия, равновесия. Потому что я помню, были случаи, когда там заказчикам не находили общий язык, или слезно, так сказать, заканчивались эти объекты, то я даже не мог подойти и делать какие-то образцы там к палитре, там гельку другую. Вот. То есть, пока я не успокоился, пока не нашел вот этот вот внутренний, не обрел внутренний покой, я не смог, так сказать, дальше делать работу. Вот. То есть, каким-то образом там, не знаю, какие там энергии, какие материи, да, задействованы, какие законы физико-химические или другие законы вступают в силу, или какая, какие энергии, какие эфиры, когда вот с каким настроением, да, там даже готовишь, да, там дома, там мы делаем пиццу, да, и очень важно, вот эта атмосфера, которая царит в доме, да, вот такая, и она передается и, ну, то, что мы готовим, да, с женой. Те же там пиццы каждую субботу. То как, ну и те же там работы, которые мы делаем на стене. На стене, например, я, да, тоже каким-то образом это все как вода структурируется, да, вы помните, от хорошей музыки, да, так и, ну, я так думаю, что это атмосфера, которую мы создаем
когда мы работаем, да, вот вы видите, слышали, может быть, фон музыкальный, хорошее сопровождение, да, те же там хорошие, так сказать, буфеты. Это все способствует тому, что и работа, да, как ладится, нравится, там, с большим удовольствием, да, едешь на работу. Вот, поэтому тоже создавайте вот эту атмосферу праздника. Да, не забывайте, что вот это веселое сердце, да, оно как врачество, ну, как, помогает, да, делать очень красиво работу. То, что я хотел с вами поделиться, надеюсь, оно послужит вам тоже долгое время такую пользу. Не переключайтесь, давайте с нами, с нами Будда. Пока.